Друзья мои, всем огромнейший привет! С вами Елена и добро пожаловать на мой канал. Друзья мои, сегодня забежала я видео такого вот быстренького формата, забежала в фикс прайс. И спешу, конечно, с вами поделиться, что я купила. Первый раз взяла вот такие вот тарали, твист баранки со вкусом апельсина, особый замес без пального масла и без обжарки. Чек у меня под рукой рядышком, сразу буду озвучивать. И эти баранки мне обошлись за 39,50. Следующее, это вот такие протеиновые батончики, аж целых 4 штуки. 2 с бананом получается. Ну, все батончики эти знают. Здесь 30, нет, 10% протеина и с карамелью. И эти батончики каждый мне обошелся за 33 рубля. В общем, вот такой вот маленько чуть-чуть будет прыгающий формат. Следующий взяла Alpen Gold. Вот такой вот шоколад. Начинка со вкусом капучино. Даже теперь шоколад не 100 граммовки, а 85 грамм. И этот шоколад Alpen Gold мне обошелся за 48 рублей. Ну, в принципе, и цена соответствующая. Вафли мягкие, суфле, оладушкин. Вот такой пломбир. Ну, в ассортименте, в принципе, вафли всевозможные. И сгущенное молоко, и шоколад было. Я взяла вот такой пломбир. И эти вафли мне обошлись за 39,50. В принципе, тоже довольно-таки нормальная цена. Давайте я чуть-чуть, наверное, вот так пододвину, потому что сейчас пойдет следующая. Это бытовая химия. Взяла вот такой МакКофе, это капучино Дольче Вита, 5 чашек с пакетиком какао. И этот МакКофе мне обошелся, так, секундочку, так, МакКофе, не вижу, друзья мои, увы. Ага, напиток Дольче Вита за 69 рублей. И последнее, что из продуктов, это вот такие, решила попробовать такие корнерсы. Что же это такое? Цельнозерновые чипсы. Не жареные, тонкие, хрустящие, с томатом и базиликом. Ну, в принципе, у нас были представлены только томат и базилик. И эти чипсы мне обошлись за 29,50. В принципе, друзья мои, я убираю и давайте перейдем к бытовой химии. Тоже покажу и уберу. Это вот такие прокладки. Новиночка для меня. Ну и вообще для магазина, для нашего фикс прайс. Премиум. Защита от протекания. Как я понимаю, это ночные прокладки. И эти прокладки Аура Премиум мне обошлись за 124 рубля. Еще одни прокладки. Это также Аура. Здесь уже супер. 8 капелек удлиненные. На 30% больше защита. И тоже 124 рубля. В стороночку убираем. Я на работе, да? Так. Друзья мои, разбежалась я, конечно, по мылу довольно-таки хорошо. И это завод братьев Крестовниковых. У меня мыла такого не было, к сожалению. И я решила, ну вот что у всех есть, да у меня его нет. В общем, вот такое вот миндальное мыло скраб. Деликатно обновляет кожу, делая ее мягкой, шелковистой. Здесь кусочек аж 150 грамм. Такое мыльце. Следующие два кусочка мыла — это земляничных. И здесь уже два кусочка по 135 грамм. Следующее — это банное мыло. Два по 135. И давайте сразу я, конечно же, озвучу по ценам. Так. Мыло
туалетная, завод братьев Крестовниковых, 2 по 135 грамм, 99 рублей. Мыло скраб, один кусочек, 99 рублей. И мыло, получается, которое банное, да? Так, опять же, которое, друзья мои, вот скраб вижу, да, туалетное мыло, которое банное, ну, скорее всего, оно тоже по 99 рублей. Кусочек взяла вот такой вот, увидела, Палмолив, баланс, мякость с экстрактом ромашки, витамином Е, с увлажняющими компонентами. Здесь у нас, сколько здесь, 90 грамм. За 68 рублей этот кусочек. Следующее я взяла, увидела вот такой вот, да, это крем-гель для душа. Глубокое питание и увлажнение, питает самую сухую кожу. 200 миллилитров за 149 рублей. Вот, сыворотка тройного увлажнения. Так, и следующее, это вот такой шампунь, профилактика выпадения волос, способствует укреплению ослабленных волос, по-моему, тоже 149 рублей, нет, 124, вот такой шампунь, 250 миллилитров, для меня это новиночка, как я понимаю, здесь что-то кофейное, но запах, посмотрим, да, профилактика выпадение. Посмотрим, если так, даже будет и супер. И последнее, что я вам хочу показать, это отбеливатель за 99 рублей. Вот такой вот Лума. Усиленная формула. 8 стиков по 30 грамм. Отбеливатель сухой концентрат. Эффективный усилитель стирки, препятствует загрязнению, не содержит хлора, удаляет сложные пятна, подходит для ручной стирки. В общем, вот такой. Отлично, что в индивидуальной упаковочке. В общем, друзья мои, и вся вот эта вот моя покупочка, которую я закупила сейчас во время обеда, мне обошлась 1342 рубля. Друзья мои, спасибо, конечно же, за внимание. Я с вами не прощаюсь, а говорю лишь до новых скорых встреч.